Есть попробовать, нахуй. Попробуй. Я для этого и хожу, чтобы как-то еще каждый раз, блядь, новый блядь, шмот. Да ну, я шею. Хотел 4 крупнуть. Давай-то 10, все. Тащи. Говорит, мама, едик, тут есть какая-то новая тактика, блядь. Нет, тут новая тактика, блядь. Есть новая тактика, что типа эти, блядь. Таинственная энергия на РДшников не стакается. За какой-то колонной бьют босса. Да дурачки. Она, наверное, Синдру ставит слева. А сами стоят за углом. На этом не стакается вообще. На РДшников. Текстурами, значит, перекрывают фрейм. Так смысл так играть? Давайте вообще в этот это боговик. Текстуры уйдем, но... И будем оттуда на босса ссать. Чё за бред? Пиво нахуй за текстуру, ёпт. Ну. Мне эта тактика нравится, вот. Есть видос? По такой тактике. Ну, по такой тактике. С текстуры ссать. Микро, у нас есть в рейде Андрей Сова? Сова по имени Андрей, отзовись. Ну, есть просто Сова, его можно переименовать. На время рейда. Игорь Шейпер. Так, Шейпер. Сразу уходим, быстро. Ну, мне прям вчера туда пикнуло. Как? По хил рейда. Та дэм, че это? Ну, шансут, мы решили хуярит. Охолишь. О, пирожки зрительные. Да, кстати. Поставил ли вам стол? Вон, взяли сзади. Ушли со стола маговского, набрали штруделей 8, по 80 штук. Чтобы были. Мне так. Кажется, тут все уже были. Нет, но все равно для ориентира метки я проставлю. Блять. ДБМ. Так, перекур я вам делаю, трехминутный, сейчас расставлю, там некоторые туалеты шли. Серьезно, блядь, ее уже починили? В туалет с шэмом не ходят, нахуй, алё, блядь. Застрянешь, блядь, не выйдешь, нахуй. Отдай мне шэм, я его подержу, просто. Сил не хватит, нахуй. Он слишком тяжелый. Костлявые руки, блядь. Я качок вообще. Нет. Да, ты меня не видел. Ну и чё? Я зато видел. А ты меня тоже. Ты меня видела только. В смысле ты меня видела? Один год было это. Че, ты забыла, ты не фотку кидала, а потом ударила ВК, блядь? Я никому не кидала. Ага. Бля, наверное, тогда пьяная. Ты бухай меньше, ё-моё. А я уже бросила. С Тирианом фотка, ё-моё, не с Тирианом, а кем-то там, блядь, был, нахуй. Как он, блядь? А, с Андуином, ля-ля-ля-да. А шо ты ля-лякаешь? Кидай всем, да. Продам интим фотки. Чего, блядь? Фотку соска продам. Да, забанит за порнографию. За распространение, блядь. Так это не порнография. Сосок это же нормально. Да вообще, типа, ходить голыми это нормально, мы же такими родились, да. Ну, в джунглях нормально. Так. Лимон, блядь, сделай лучше трансмодификацию, я тебе серьезно говорю. Ну и так идет. Не, ну какой уебищный. Так, Шейпер, Алиса и Войд. Подходим, даем обмен, кидаю с вам сопровод быстрее. А ты где? Могу поделиться фласками на танка. Доставь. Если нужно, нужно танки. Нет, они с сопротом будут. Ну или Шейперу. Шейпер тоже под сопротом. Не нужны вы твои, блядь, танки. Эй, сопровод, кидай обмен, быстрее только. У меня же места нету, сумки, ни банки, нахуй. Так,
Что у тебя там лежит, мастер? Высылай мне. Пиздец. Надо кому-то такой хуйня. Посмотрим. Два кинжалика черных, на. Как тень, блядь. Давай мне, я распалю. И сам распалю. Ой, чё я нахуй. Зелени накрал время. Я не одной зелёной. Накрал, блядь. Хотел, блядь, так же не пизди. Накрал, ничего. Накрал, да. Накркал. Не заслуговываете. Не заслужили, да. Так, чек на АФК. Я тут, если что, я просто оценил. Ну, я должен посмотреть, кто еще. Так, фулбаф дали. Рыбу я вам поставил. Фласки надо допропиваем. Венте, турбо, бокрус, зеленый, бабл, гурский, мастерал. Дугдымыч. Что? Ты ну, же на АФК чекал, я нажал что угодно. Пуш, мутан, остальная да. Рыба едим. Ай, блядь. Купил наушники, конечно, блядь, тяжелые, сука. Дайте мне еще касочку какую-нибудь. Вон я скинул, что у меня в сумках. Да. Ну, желательно, конечно, с первого трая. А, кстати, по квесту. Квесту последний бит, но... Всем спасибо, спокойной ночи. Удачи в краях. Удачи. Шейпер прыгает на маунт. Нет, она в обычке пашет. Этот квест. Победа. Дживса, да, я ставил Дживса. Джив сзади стоит. Обновляемся. Еще раз чек на АФК. Давайте отлипаем. Перекур уже закончился. Му, турбо, потаскушка. Лопосос, войд. Чего он? Фласочка? Да. Так, все здесь, соответственно. Первая фаза, 5 на воздушной фазе. 5 меток, пожалуйста. Метки вам стоят, придя около лестницы. Это трусары, трусы, ромбик, крест, луна, квадрат. Дальше, с освобожденкой РДД максимум 4-5 стаков. Соответственно, кто умеет, может набирать больше. Кто не умеет, соответственно, 4-5 стаков. Далее, с обморожением, ребят. Как его? Милишники. 7 стаков это максимум. Дальше. От притяжки отбегаем. Соответственно, вам надо будет добежать примерно где-то до креста, чтобы вас притяжка не зацепила. Ну, когда притягивает, соответственно, обжигающий холод им ебашит. Дальше. На второй фазе. РДД играет чисто по боссам, милишники играют чисто по глыбам. Так, танчит у нас Авинар. Ну, и глыбы, соответственно, по командам. Или в звезду, или в печеньку. Чек на готовность. Ты ж Алису забирал вроде шлем или что на танках эмуски, не? Нет. Штанишки. Штаны. Все готовы, соответственно, спускаемся. Мне нужно... Стопните флут, нахуй. Спускаемся. Кушаем штрудели. Короче, нагрудник-то 4 надо, и буду их носить. А то я так буду в 3-4. Кушаем, хилы прохиливаем, быстрее. Ставьте нормально, не? Поставится следующего. Шейпер делает квест, так что на шейпере при этот
Так, вы сосредоточите, пожалуйста, свое внимание. Ух ты ж, блядь. Все, кроме меня, улетели. Ну, молодец, ты чё. Убежали. Так, воздушная фаза, 5 меток. Далеко не учили, не стакать? Джованни, лопатсос, элемент про, мосса, вента. Мастер, убери лишний флут, пожалуйста. За глыбами, перебежали быстро. Оперативнее все делаем. По центру. Глыбы не забываем раздрамаживать. В центру чуть-чуть правее далеко. По центру. Били глыбы. Так, Моса Бэри Нирала, быстро. Друида пробафали. Нирал, в следующий раз притянет в походную волну. У меня картинка замерла. Вообще полностью. У него стаки убили его. Ответный удар. 28 тысяч. Хуй стак. Отбежали. В чем тут? Ответный удар. Да, 24 тысячи. Да, да, да. До свидания. Мой прут. Угу. 5, 25. Блять, ребят, вы издеваетесь или чё? Господин, Бэйр Нирала, Нирал, Бэйр Шансунга, быстро. Шейпер опрохил. Обоих пробафали, воздушная фаза. Мастера Лбока сводит вента под скушку, вышли. Отлично, прячемся по центру. Справа. По шансону. Где, блядь? Ну, отойди. Слева. Справа далеко. Разбили глыбу. Быстро. Не прячемся только за одной глыбой. Разбиваемся, подбиваем глыбы. По 3 человека на глыбу, грубо говоря. А зачем ты? Дайте инер по шансону. Ты квест можешь провалить, если мы быстрее не начнем пить. Чё такое? Он уже стаки собрал. Ну, у него таймер уже. 5 минут до версии 6. Я же сказал, последнюю собирай на этом, на второй фазе. Отбежали. А, блядь, что за прикол? Ты в походном облике отбегаешь? Что не второй? Он меня притягивает, у меня замирает экран. Я, блядь, пока разворачиваю, все уже бегут. В смысле, лаги? Воздушная фаза. А, притянул, у меня, бля, замерла картина. Так, Джованни, Лопасос, Мангиала, Вейдер, Войд, точнее, зеленый бабл, вышли. Справа чуть-чуть центр. Самый правый спуск. Слева. Чё по БР? По центру, чуть-чуть левее. Убили глыбы. Чулана есть.
Ну, Вента у лопососа, да? Вента, Бэйр господина, а лопосос Бэйр Нирала. Не дай бог, еще сдохните. Перед притяжкой подходите поближе. Бафы дали по ним сразу? Успели перевести, таймер перевелся, отлично. Ну, шейпер налево. А, на нем квест, на него не кидается. Отлично. Угу, бьем. Мульти, приготовься на хп. Читай на хп, читай на хп. Лента на центр. Центр уступили. Центр ушли. Куда ты стал, не надо. Дальше, дальше, Лента. Лента, метка для кого стоит? Отбежали, за глыбу спрятались. Глыбу только не убейте. Лента, ой, давай, блядь. Желтый луч в звезду вот в эту. Зачем ты так близко подходишь? Все метки под лапы заносят вот в этот желтый луч света. Если ты выносишь ближе, Сандра, видишь, она, короче, гулять начинает. Это потому, что у нее фрейм, на самом деле, в два раза больше, чем нарисован. Вот этот красный кружок внизу, запоминайте все. Один раз объясню. Поэтому нужно выносить на двойную дистанцию. Ну, что надо просто сказать, если здесь не был. Да, она гуляет начинает, притягивает начинает, короче, танком там приходится тратить время, чтобы... Я, допустим, тут был, но я ее бил постоянно на балконе в этот момент. И чем отличается балкон и это, блядь, хуйня? Ничем, особо ничем. Но у меня фигня какая-то на притяжке, она не притягивает, не замирает картинка. Это здесь. Не этот, это говорит этот Нирал. А, так, встаем. Рыбу кушаем. Не слезать слона. Ой. Да я знаю, что молоко не разлегче. Я не знаю, почему мы тут всегда бьем на похуй. Так, будете умирать от притяжки, соответственно, так же будете ловить ГП. Кого лагает, попробуйте себе графику уменьшить просто. Прорисовка персонажа, текстур до минимума. Оставьте только плотность частиц. Чтобы увидеть ловушки и бомбы. Для начала надо за кастеров не стакать по 20 стаков, не задыхать. Странно, что шпы умирают, они вообще могут тучу прыгнуть. Чек на готовность. Шансун, не ШП, а ДЦ. Каску по престам. Да. Я заметил, что я перестакал. И каски. Зуб дал налево. По себе зубы. Я, да, только у меня в таргете был выбран какой-то рох, и я по нему сдал. То есть там два протупа подряд. И с зубами, и с знаками. Ну давайте, кто там каски МП5 нету. Зеленый бабл МП5. Любимые каски. Открой еще один секрет. Кто ближе к боссу стоит на притяжке, тем быстрее он летит к боссу. Тем быстрее он может оттуда уйти. Если нет, если лагаешь, прожимай дубовую кожу. Тем более она у тебя вкачана, блядь. Прожимай, кстати. Да почти под каждую притяжку есть. Так, чек на готовность. Притяжки только там как раз от ГДШ. Все готовы, соответственно. Спускаемся вниз. Вот опять не поел, да? Кушаем штрудель.
три слови и больше не подходи. Четвертое словишь, когда вторая фаза начнется. Побежали. А, БР есть? Нет, всех когда. Подоскушка, Джованни, Бокрус, Дэмэдж, Элемент Про вышли. Уйди отсюда, волчара. Так, мозг как отходящится, Анкила, Бернеш, по центру. По центру. Справа. Прятаться не забываем по центру. Слили глыбы быстро. В мосту через 8 секунд будет бар. Ну, ну вот вывернет его. Мага сразу пробав. Мос, откдэшился, БР. Кило. Угу. Бах по магу дали. Беги, сука, беги! Тяжко отбежали. Ну, дай прожимку. Блять, что-то слишком их нахуй продамаживает, блять. Джованни, Дэк Дэмэдж, маленький Мум, Мосса, Войд Дефендер. По центру. Прятаться не забывай. Ну, блядь, что, издеваетесь или что, слева? Я за глыбой стоял. Вот. Значит, за глыбой надо прятаться полностью. Справа. Если ты сдох, значит, ты не спрятался. Вон, посмотри, где тело лежит. Прямо за глыбой. Справа. За глыбу надо прятаться полностью своим персонажем. Разбили глыбу. БР у кого есть? Нет, у Вента, у Чулана и у Мосса, остальных есть. Господин Нирала, БР. Да Фурику Иннер дали, это нормально? Скрипнули. Мана хоть будет захилиться. Отбежали. Обновляйте доты. Тушная фаза. Хуя это поебота, она мне так стакается. Ну, на фурике как стакается. Турбоис, Дэк Дэмэдж, господин Медвей, XS. Чё вы бежите так далеко? Ты там в центре. Да, 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 не успел. Я бежал налево, думал на дальнюю побежать. Слева близко. Ещё раз слева близко. Ну вы, блядь, издеваетесь или чё? Вента, потаскушка, алё! Вам, блядь, чё, глыбу не увидеть? Легли! Вента, потаскушка, элемент, вот шейпер.
Волкрус, Нирел. Все херня, ну вот Шейпер как, блядь? То же самое, глюбо. Вы чё, блядь, издеваетесь надо мной или чё? Это Скушка 4 раза бомбу ловил, Вента 4 раза. ГП проекидается. Так. Нирл, у тебя ДД есть? Чем я могу помочь? Вот когда ты хил, один из четырех в рейде, если один падает хил, то жопа наступает. То, что ты лагаешь и стакаешь магию. Ты от первых два раза сдох от того, что стакал магию. Ответный удар по тебе 27 тысяч. Это говорит о том, что ты, получив дебаф, освобожденная магия, продолжал кастовать. Не смотрел никуда, просто тыкал кнопки. А потом сдох. И третий раз ты сдох только на обжигающем холоде. Тебя за трай два раза резают. Я говорю, хотите заменить? Причем ты хочешь заменить и хочешь не заменить? А ты когда учиться будешь, блядь? Так, Шейпер. У тебя комп плохой или что? Что у тебя там все зависает? Блять, мой ноут уже 8 лет. Ну, я тебе Ну, это не показательно. 8 лет, не 8 лет, у меня больше 10 лет компьютер. Сделай оконный режим, ты все не бей мозги. Сижу, блядь, не лагаю и рейду, блядь. Бокус еще. Вырубаете звук через Ctrl-S в игре и делаете оконный режим, меньше лагов будет. Рыбу кушаем, фубаб. Блять, знаки королей закончились. Кто там на маму не Мама, там чувак. О, спасибо. Пиздец, 300 знаков королей в трубу, блять. А ты знаешь, даю что? Врага, знаешь что, спек не Мосу. Мы в ДПС. Моса нет, у вас нет спеков, хела. Нету? Ну... Все, уничтожил спек хела, Мос? Да. Жаль. А зачем? Равен, давай капхила. У него тоже пока спека нет, не? Дочь я хила спек. А чё ты не пойдёшь-то? Заебал. У тебя хил спек с собой? Всё с собой или нет? Чувак. Да, успокойся. Ты хотел? Одного босса похилишь и нормальные. На этом сервере какие-то хилы пугливые. Да он не пугливый, просто человек хилить не хочет. Одного босса. Ты налечит уже обосремся, тоже надо будет 5. Надо будет, чтобы заражение... Мосу не спекнешь. Райден уже спекнул. Чё, чекай. Он как будто сдал. Чё ты мне этот... Чё ты кричишь? Нормально всё? Каску лимон. Давай пока он нахуй. Ещё в настроении, ёп. Давайте, чек на готовность. 5 килов сейчас. Сейпер опять без халки, ну ты заебал. Все готовы. Соответственно, спускаемся, едим штудели. Хилы прохиливают. Хилы не едят. А я не понял, что креста нету на варах? Много захотел.
Ну, с таками освобождем, следим, не забываем. Так же, как и за обморожением. Ой, как меня Фурик заебал на этом боссе. Убежали. Воздушная фаза. Моса лопасол жевание до гдымы чвента вышли. В ромбик стань. Сова, блять. Справа близко. Справа близко. Прячемся полностью. Не получаем урон. Справа далеко. По центру. Блять, надо. Справа. Убили глупо быстро. Должно делаться намного быстрее, блять. Не просто, блять, прячемся за глыбами, а поддамаживаем глыбы. Главное, не убиваем. Раздамаживайте без дот. За стаками следим. Бежали. Налейте доты. Взлет к 5 секунд. Блять, пошел, сука, крылья. Бежали. Моса, Шарпи, Джованни, Мастерал, Мангиал. Вышли. Убьем, кое-что скажу. Да, это справа. Господин Вента, прячемся, блять. Там же. Там же. Что вы, блядь, спешите? Где, блять? Слева близко. Там же, там же, там же. Били глыбы. Быстрее убили глыбы, блядь. Ебать, долго моя убивает. Мульти на хп, мульти на хп. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Все хорошо, но глыбы очень, блядь, долго разбивают, блядь. Их человека били, остальные прятались в центральной. Хочешь, глыбы подбивать до 30%, все равномерно. Отбежали. Му прохил. А, ну бежал, отлично. Эксцесс. Ну ёб его идти. Он встал. Пробав шамана. А без меня тоже. Пятьдесят процентов третья взлетка, вы что, прикалываетесь? Ну? Да. Анкил, Утшейпер, Войд, зеленый бабл, Мангиал. На Утшейпера, походу, не будет кидаться. Надо будет раздавать. Будет. Слева. На, нахуй. Блять, ну вы что, издеваетесь, что ли? Ну ёб его идти. По центру. Ну, блядь, еще один. Друид опять не отбежал. Сам правый момент начал прятаться. Пиздец, Вента, алло, хули мы докастовываем, когда, блядь, надо прятаться? По центру. Били глыбы.
Блять, ребят, вы чё, издеваетесь или чё? Лопасос по Нирл, Нирл по Эксессу. Надо раздавать, это мой четвертая звёздка будет, мы не убьем босса. Сейчас рост, смысла нет. Да ну, мы убивали больше. Бежали. Похил. Блядь, да вы, блядь. Буэра, у кого остались? Плюс чат, быстро. Только два использованы. У всех есть. Мосс и XS, Буэр. Ну. 3 минуты до Берсин, 3,5. Мосс, Шарпи, Мидвей, Турбо, Нирл. Бежал я. Слишком далеко. Что такое? А, сейчас перекину обратно, не бойся. Перекинул. Отходите, отходите, ну. Глыбы разбили, оперативнее разбиваем. Чё, блять, одни не подбиты? Алло, какого хуя? Заебись. Еще БР у кого есть? Еще БР есть, нет? Должен быть у кого-то. Господина. Мастерал налево. Господин БР, но уже меня. Нет, господина БР есть. Так, Шарпи, БР. Милишники по глыбе. РДД в босса. Шейпер. Блять. На центр. Сейчас будет пиздец. Бежали. Войд, прожми. Захил, мультинайк. Короче, давай шейпер пускай ДДшек на квест не сделаем. Квест не сделаем, шейпер. Лимон тоже можешь потончить, я подмажу. Так, вот, так дело вот, ребята, не в шейпере вовсе, на самом деле, и не в ДД. А дело в том, что куча народа умирает по абсолютно тупым причинам. А именно, ну, из-за несоблюдения тактики. Поэтому мы сидим здесь. И поэтому мы сидим здесь, а не потому, что, блядь, шейпер дамаг не дает. Это все правильно, потому что ты говоришь. Слишком вот много рачат в рейде, блядь. Вот, поэтому... вот там есть такие мастерол на линковал, не отбежали, это УЕ, там вот это все надо почитать и по никам накидать ГП. И ты потанчи, а я подамажу. И с шейпером тоже подамажим. Тупо ответный удар, тупо притяжка, тупо бомба. Все. Ну а по хилам я хотел сказать, все равно либо вместо Нирла кого-то добирать, кто не лагает, либо пускай в 5 хилят. Вот, потому что на лече, я уверен, если ты спигнешь чулана обратно в ДД, то на заражении может жопа быть. Ну, блядь, заебал. Пойдет за освобожденная магия, это чё? Ну, это которые получали дамаг, да? Да, ну, типа... Нет. Настакали. Это да. Любимчики, насколько раз кидалось на них освобожденка. А, максимальное количество, да. Если смотреть со смерти, то от ответного удара, это стаки освобожденных, как называются. Так, бомба, не справедливо, а вот, дебаф, это единственная энергия, кто не прятался за глыбами, а уехал, кто не убежал. А кто сколько стаков взорвал, вроде нет. Сейчас посмотрим. Но всякие в последние вот трое не взрывали. Рыбы. Умирали в основном от бомб и от аур. Ну, умирали от притяжки. Ну, потому да. Что не отбежали, а потом доливало их нахуй аурой. И умирали от бомб. Которые, блядь, увидите изи нахуй. Ребята, вам даже анонсировать бомбу не надо, вы должны их, за них прятаться. А вы умираете.
по бомбам нужно ныкаться так от траектории именно самой бомбы. То есть, если она справа далеко или справа близко, нужно уходить за глыбу, чтобы по отношению к бомбе вы полностью были защищены от глыбы. Ну, даже вот не может сказал, сколько фрейм это. Они вот этого нюанса не знали. Они думали, просто ну, надо за глыбой стоять. Хочу скажу проще. Нужно за центром глыбы, а не за ее основанием. Вот и все. Так. Блять, давай перекурим нахуй. Иначе я сейчас точно ебнусь. У меня это перекур. Да это шоу. То у меня, блядь, нервы точно не попало. Перерыв закончился. Чек на ПК. Каску поприставим. Угу, вижу. Не рал пока на замену. Так, шкаф, потаскушка. Этот, как его? Лопасос, давай в сову. Нет. Тоскушка тут. Нижнегородец здесь? А, Паханта. Ну, блядь, у меня уже есть. Это лекция, когда нет. Шкаф поставь мне, пожалуйста, по тоскушку. Турбопорт поставь где-то справа.
Нирал пока на замену. Погоди, Нижнегородец, не сумать. Сейчас у нас человек выйдет с инста. Обмен, кинь шейп. Не рел. Тут нет. Я пока не могу использовать эту способность. Еще раз чек на ФК. Димон, выпей сопрот, я за тебя переживаю. Ясно. Я на хп выпью. Жду минут. Конечно, щит красивый этот выбил. Заеби. Лимон, дай обмен. Че за друг? Здесь. Одного хватит. Да, я понял. Спасибо. Надо будет совы, короче, перекинуть себе сюда, чтобы это всегда были. Да как он примет сум, если друид не вышел, мастер? Сейчас он с Тани вылетел. Вот теперь да. Смонч. Здесь отлично. Рыбу едим. Фулбаф дали. Блять, записываю, ебаный. Чек на готовность. Че, я танчу, да? Ага. Да. Мастер, все готовы, спускаемся. Шейкер делает туда? Нет. Штрудель один. Бежали. Нижнегородец по зеленому баблу. После взлетки дашь БР. Нижнегородец по тоскушкам мульти в Shaper XS вышли. Че там другие пешие, блядь? Сука, блядь. Справа. Курский, че это было, блядь? А хуй знает. Лево.
справа. Посередине. О, да, посередине. Убили быстрее. А он вообще в дискорде Нижегородец? Да. Паладину дали баф. Палки, дай на Эвинар щит. Священный щит. Лучше ли может ты кидать? Я обычно к себе кидаю. Убежали. Прохилите шамана, блядь. Воздушная фаза, отбежали. Нижнегородец, маленький мув, шепер, вента, вышли. По центру. Справа. Справа. Крайне право не убить. Пациент. Разбили грудно. За стаками следим, где прохил. Так, по БРам чё, скажите мне, пожалуйста. Лопасос, му. БР нули уже. Это третья или вторая была? Не помню. Турбой с потаскушка Моса будет шансон кое-что. Выйди потаскушка. У кого еще этот остались БР? По центру чуть правее. Лопасос дашь по Гурскому. Да где? Справа. Слева. Подбивать не забываем, блядь. Слева. По центру чуть левее. Крайнюю правую слили быстро. Все сливаем. Быстрее сливаем глыбы. Права вдали, пороги по ханту. РДД чисто, босс. Войд налево. Ну хильтесь. Они не прохилят. Почему? В пятером должны хилить, блядь. Они в четыре, блядь. Да? Чувак, совет. Центр освободили. Молодцы, блядь. Right.
А, не, ну ничего, в четвером. Тебя должны были, блядь, прохиливать. Мастер на центр. Центр освободили. Ну да, ложимся нахуй. Чулан, ты тут? Да, спекайся. Я надеялся, что в четвером фильм. Ты говорил ему сам? Да, я ему говорил сам. Да, да, спекнись, пожалуйста. Ну, да, смотри, просто вот, братан, извините меня все, но этот самый нижнегородец, ты в Дисе, просто по-братски, мне плюс они в речи. Ты давно играешь за Эрдру? Покровительство на первом месте, вы чё, блядь? Братан. Жан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Без чулана не захилит они вчетвером никак. Покровительством хилить никак не захилит. Он то же самое, что Нирел, только еще хуже. Ну если у него нет 850 хосты, то да, можно камни на хосту вставить на пару штук. Вот вы когда создаете спек, да, вы поинтересуетесь в интернете. Есть такое понятие, как гайд, руководство. Прочитайте. Что надо тыкать. Вы приходите в рейд, тыкаете не то, что надо. Не то, в чем ваш класс силен. И получается говно. Когда в 4 здесь захиливается, мы здесь вынуждены хилить в 5 из-за такой игры. Мастер, давай мне расскажи, для чего Эрдру хаст, пожалуйста. Для символа омоложения, который собирается шмотом. В его шмоте нету этого хаста, блядь. Еще надо какой вопрос. Какой символ омоложения в 20? Престой, который увеличивает скорость атак-то. Ты с ума... Ты гонишь, в 25-ке его никогда не ставят, потому что Эрдру просто будет сохнуть быстрее шамана по мане. Его никогда не ставят в 25-ке, это символ для 10-ки. Не знаю, я всегда ставил, никогда не садился, блядь. Там вот ну тогда сделай друида, покажи, ёпты. 856 хосты должны быть. Да не должно быть у друида столько хосты. Так, вы о чем, блядь, спорить сейчас, рейди будет или что, Мосса? Что за говноспоры-то начинаются, блядь, опять а в рейде? Потому что учителей здесь полно, которые за этот класс не играют, а все знают. Меня это поражает. Поэтому какие 850 хосты? Откуда вы взяли эту цифру вообще? Если причем тут друида... хоста? Не хилит он покровительством, не надо им хилить. Омоложение буйный рост, вот 2,5. Чек на готовность. Краски нету. А, все есть. Ага. Потому я и убрал рестер друида, потому что вот такое вот уже харит. Все все знают, но при этом никто не хилит. Топрот. Обмен. Чек на готовность.
Пиздец, кривая атака, блядь, как будто новый скилл, блядь, у Варона. Чек на готовность. Лимон тут? Угу. Все готовы, спускаемся. Кушаем, что делаем?